За стеной. Это вот играли? Да, за стеной. Вот, да. Она все, а вот сюда будет. Да, да. Класс. Там можно. Название происходит от Папы раннего Возрождения, а по поводу картины от святого Сикста. И... что в Пантеоне 242 метра, а в Пантеоне 43,30. Купол Пантеона превышает на 1 метр и 30 сантиметров купола. Давайте.
видите, есть атмосфера внутри. Дом – это символ Ватикана в центре мира, в центре Земли. Я первого постоянного театра Рима. А по сторонам портала расположены декоративные элементы в египетском стиле. Видите, что ближе к нам расположены даже два сфинкса из розового и серого гранита, которые являются римскими копиями египетских оригиналов. Но главное произведение этого зала ближе к нам, греческого креста, являются эти два саркофага по сторонам. Египетские работы 4 века без пышки. Извините, здесь без пышки. Вот с правой стороны хранится саркофаг матери первого христианского императора Константина Великого, святой Елены. И там рельеф изображают римских воинов с варварами. А с другой стороны, слева, саркофаг дочери императора Костанца. И там рельефы изображают эпизоды из жизни, страсти. Видите, там такие сборы винограда практически, сцены сбора винограда. Такие